Всем привет! 30 марта, 11:30 утра. Обстановка в Северодонецке такая же напряженная. Вчера после дневного обстрела город весь остался без света. Так что у кого есть близкие, там не переживайте. Скорее всего, телефон разряжен, также нет интернета. Хотя в новых районах через 4 дня уже месяц как нет света, так и не восстановлен. Газа нет, отопления нет. Лисичанск-Рубежная тоже обстановка напряженная. Обстрелы продолжаются каждый день. У меня родственники живут в Лисичанске. Ну, не теряем надежду. Надеемся, что все скоро это закончится. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.